Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Шевельнулось в сердце что-то, заблестел огонь в глазах. Это все весна, чертовка, бурю вызвала в сердцах. И о погоде на 16 число, пятница в Архангельской области. В Котласе сегодня плюс 13, ясное небо, слабый ветер, без осадков. Плесецк сегодня тоже достаточно весенний, там сегодня плюс 12, облачно, ни дождя, ни тем более снега там не ожидается. Ветер слабый. Вельск плюс 13, ясно, безветренно и без осадков. И, конечно же, город Архангельск, 16 число. В Архангельске ожидается ясное небо и легкая облачность. Не ожидаются осадки и ветер. Утром температура воздуха плюс 9. Днем вообще красота, плюс 12. Ну а вечером плюс 7 на термометрах. И совет на прощание. Делайте больше глупых и необдуманных поступков. Я на рулетку жизнь свою поставлю. Я в казино фортуне дань оставлю. Пусть говорят, что я в судьбу не верю. I wanna live in your dream. До встречи на телеканале ПС.